Новое здание SoyuzMultFilm. Ну, судя по надписи, мы на месте. Точнее. Точно, мы на месте. Так. Подробно их проговорите. У вас не прогноз, Да, ребята из Алтайска, они и кино делают, и софтины пишут, поэтому тут называют. Я просто пока чуть-чуть микроэкскурсия по Добрый день. Тебе построили? Ну, я в течение часа. Если оно заработает. Ну, вот это, я ее отпускаю. Да, может, даже завтра там какой-то художник. А, ну, вот еще фонд. Там то же самое. В смысле, такой же? Да, то же самое. Тут картинки. Надеюсь, неприлично как? Конечно, неприлично. Неприлично, ты что смотришь? Вот. Казалось бы, что можно сделать из одной картинки нескольких костей? Она, по-моему, свободна. Маленькая? Нет. Дальняя? Большой. А, большой. Кто-то из ребят знает эти буквы. Будет, да. Я... Плохой телекино. Более того, не всегда с хорошей копией. Ну да, нечего было зафрагать. Нет, просто не будет. А, ну да, смотри, я знаю. Пойдем, я покажу на этот счет, что у нас. Здесь же инжи. Добрый, она сейчас придет. Здравствуйте. Это Михаил, это люди из Гурмалтайска. Я мечтаю об их софте. А софте? Open Tones. Ну, как бы мейнтейнер, я так считаю, наш самый центральный. Ой, я... Блог? Я в Ютубе? Давай, пошути шутку про Печкина. Давай. Итак, давай, стендап. Почему Печкин никогда не пачкается? Не правда, ты все... Ты рассказал... Правильно подумал. Печки никогда не мойте, это же монтаж. Следующий шутка. Подготовился.